В этом году за счет средств городского бюджета у нас будет высажено более 1000 деревьев на других территориях общего пользования. Хотела, чтобы наши жители не беспокоились. У нас благоустройство в этом году будет направлено наибольшие усилия именно на посадку зеленых насаждений. И как раз данные работы мы начнем, наверное, ближе к осени, в августе месяце. У нас будут проведены работы не только по сносу зеленых насаждений, но и по реконструкции газонной части. То есть у нас город только прирастет, станет интереснее, красивее.